Следующее движение в прямую, да? Аналогично. Производит смещение. Сейчас сразу же подкручивается нога. Подкручивается нога и происходит выброс. Обратите внимание, что так как здесь в этом движении стопа выкручивается наружу, причина этого уже рассказывается в предыдущем видео, то стопа здесь разворачивается не вот сюда, в сторону, как в случае рукавового удара, а она ставится практически ровно, чтобы был вынос оптимальный. Практически ровно. Потому что данное положение является оптимальным. Если вы перекрутите, вам наоборот будет неудобно бить данный удар. Опять идет движение и не останавливаясь, выпрямить удар. Оценивается правильное положение, правильность направления, чувство дистанции, естественно, точность. Точно так же выполняется короткий, короткое смещение. Здесь нога ставится как раз, идет точный переход из одной точки в другой. Меняется что? Меняется дистанция. Здесь практически нога может найти вот сюда. А дальше происходит выброс ноги и движение удара. Еще раз. Раз. И вот здесь идет движение. То есть она